Да. И снова прогрузочка. Снова говорю про грузочки. Но уже покороче что-то как-то. Если бы. Нет, нет. Я же тут постоянно альтабуюсь, то пытаюсь зайти на сервер, то еще что. Сейчас я снова все страничку обновлю. Ага. А что именно тебя интересует? Тысяча, 2000, 1700, 2000. Тридцатник. Skipped frames 27. Ну какая прелесть. FPS 30, скипет 34. Ух, как интересно, а? Что за арифметика? Ну, было бы за ним... Да, я понимаю. Ну, это понятно, но звучит так, как интересно, да? Прямо сейчас ты снимаешь Восточную Канаду. А мы так беззастенчиво их палим. Ай-яй-яй. А вот если бы мы все могли вместе зайти, то сейчас бы запустили мультитрич, да? Просто там в 3-4 рыла так летать. И просто всю контору палить. Просто все планы наизнанку выворачивать. Ох, как бы на нас обиделись сразу. Я даже не знаю, но к гвардейцам слетает Простоквашино, который на юге от горы. Может, они там. Ну а темное братство что, с кем-то воевать собирается? Ну они же вроде как только убивцы, они не захватчики, не атакеры. Thank you.
Да. Вот сейчас вижу, как кто-то с арбалетом там крутится. И снова загрузочка. Ай, какая прелесть. Ну вот только что, когда ты сказал, оно как раз начало снова прогружаться. Потому что перед этим я увидел снова 5 секунд великолепного зрелища стен. А вот снова задвигалось все. И снова прогрузка. Ага, знакомая история, у меня такое часто происходит. Это 64-64. Вот и конец стриму. Ай-яй-яй. Мне кажется, нужно за такое пожурить. То я? Наконец-то, блядь, полчаса, блядь, летел, блядь. Что наконец-то? Да, я всех заебал. Я, короче, в этой комнате всех заебал. Типа, а ты там что, играешь, типа? Ну ладно, ладно, да, тебя трогать не буду. Надо после первого раза отвечать тебе. После первого раза Да, отвечать. конечно. Все, рад тебя слышать. Все, давай. Ты представляешь? Ага, здорово. Ты представляешь, сейчас только что подсветил 63-64. Я захожу, знаешь, я уже, ну, видно, что прогрузка идет до выбора персонажа, а потом отказано.
А я на кнопочке обновить. Я так понял, теперь трансляцию тоже не посмотреть. Да. Да. Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались. Да? Посидим, да. Поговорим, потыкаем кнопочку обновить или зайти на сервер. У-у-у, приятно такая. Это вот ты читер. Успел как раз. Но я обнаружил в одном месте, думаю, сейчас. Угу. Какие-то слишком сложные махинации вы предлагаете, мусье?